Сегодня по графику бригада мобильного пункта вакцинации работала в жилом комплексе «Видный город». Сделать прививку против COVID-19 могли все желающие. Паспорт, медицинский полис и СНИЛС – это все, что необходимо иметь при себе потенциальным пациентам. Никаких очередей. Процедура быстрая и безболезненная. За 5 месяцев работы эта система показала свою эффективность. Все заполнили и сделали, там, 5 минут. Медперсонал был внимателен? Да, все хорошо. Медперсонал предлагает пациентам 2 вида препарата – Эпивак Корона и Спутник Ви. Делают как первую, так и вторую фазы. Ставить прививку рекомендовано всем гражданам, однако имеются и ограничения. В первую очередь вакцину лучше делать в возрастной категории, то есть это жители 60+, потому что они входят в группу риска. И противопоказана вакцина, да, есть люди, это беременные, это дети до 18 лет, это у нас… Пациенты, у которых идет обострение хронических заболеваний. Остальным стоит сделать прививку для того, чтобы выработался коллективный иммунитет и зараза все-таки отступила. За прошедшую неделю порядка 200 жителей Ленинского городского округа воспользовались мобильными прививочными пунктами. А всего на сегодняшний день в муниципалитете прививку получило более 19 тысяч человек. Часть из них воспользовалась уже не мобильными, а стационарными пунктами. Многие находятся в торговых центрах, работают ежедневно с утра и до обеда. Здесь, в ТЦ «Видное парк», что на улице Старонагорная, за 2 месяца привилось более 70 человек. Призываю всех вакцинироваться для безопасности себя и своих близких. Вакцинуйтесь, пожалуйста, берегите себя и своих близких. Чтобы процесс вакцинации прошел успешно, после получения первой фазы препарата врачи рекомендуют поберечь свой организм. Обязательное соблюдение масочного режима, отказ от физических нагрузок. Ограничивают посещение сауны, бани, горячей ванны, ну и употребление алкоголя. После первой вакцинации формируется около 40-50% иммунитета. Вторая часть вакцины иммунитета формируется после введения второй вакцины. Поэтому в любом случае ношение масочно-перчаточных мер безопасности, они должны быть соблюдены. Независимо от того, что привились или нет, первую прививку. Вторая фаза препарата ставится через 21 день. И если соблюдать все рекомендации специалистов, то через этот период человек станет полностью защищен от коварной болезни. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.